Я говорил тебе не трогать тапок? Говорил не трогать? Еще раз, и в следующий раз это будешь ты. Ты видишь это? Добрый день, друзья, меня зовут Сергей, вы смотрите канал «Голодный мужчина». Мы устали. Мы устали от ваших просьб, от этого нытья. Мясо, 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 мясо. Готовим сразу на неделю. Поехали. Тушку обязательно моем и насухо вытираем бумажными салфетками. В большую миску кладем 1-2 веточки розмарина. Розмарин можно заменить на... Лучше не заменяйте. Пойдите в крупный гипермаркет и купите его. Он стоит миллион, но весит пару грамм, поэтому обойдется в копейки. Не расставляй ноги. Дальше подготовьте 2 лимона, желательно 3, но я люблю чай. Покатайте лимон по столу, так легче выйдет сок. Затем режем напополам и хорошенько сдавливаем. Остатки лимона тоже оставляем в миске. Дальше хорошую такую щедрую щепотину свежемолотого перца и не менее хорошую щепотину соли. Перемешиваем все как умеем, главное не пробуйте, серьезно, пока это есть нельзя. Хватаем нашу подругу и хорошенько так обмакиваем ее со всех сторон в наш соус. Не стесняйтесь, ей уже все равно, серьезно. Пусть себе поплавает минут 5, а мы тем временем нарежем лук. 2-3 средние луковицы режем на широкие кольца и делаем из них нашу постельку для курицы. Боже, что со мной не так? В общем, просто выстеляем дно. Наполняем курицу кислинкой и ароматом. Теперь еще раз обмажем курочку и кладем ее спинкой на постельку. Говорят, так правильно спать, но чтоб не было морщин. Завернем крылышки под курицу, прости, милая. И теперь зафиксируем ножки. Первую просто обмотаем ниткой и подхватим вторую. Свяжем их хорошенько в узелок и вуаля. Конечно, наверняка у вас есть свой способ запекания курицы. В этом нет ничего сложного. На чем вы ее там запекаете? На соли, на пиве, на окорочках. Неважно. Все мы прекрасно понимаем, что нет ничего лучше, чем рецепты Джулии Чайлд в этом мире, верно? Вспомните ее шоколадный мусс. Мы готовили его 100 лет назад. Но тем не менее, вы не найдете ни одного рецепта, где отсутствуют сливки для взбивания. Серьезно, просто посмотрите. И поверьте. Тем временем ваша духовка уже разогрелась до 200 градусов Цельсия. Поливаем курицу оставшимся соком. Можно через сито, чтобы не попали косточки от лимона. Слегка взбрызнем любым растительным маслом. И отправляем в духовку ровно на 1 час и 15 минут. Хотя в конце смотрите по цвету корочки. У меня нагрев идет сверху, поэтому я ставлю чуть ниже серединки. Если у вас кошерная духовка, можете в конце подставить немножко под гриль. Да, я не знаю смысла слова кошерная. Ну и пока есть время, я передам привет. На этот раз за салат из картошки. Салат из картошки. Серьезно, это был наш самый легкий постер. И привет отправляется... Эржан Сейджапар. Ух. Мы оставили курочку на дополнительные 10 минут, просто чтобы была корочка. Достаем ее, значит. Немного полюбуемся ей. Ну все, хватит. Освобождаем ножки. А сейчас, внимание, дети отошли от экрана. Есть. Все, возвращайтесь. И большим ножом, как умеете. Поехали. О, боже мой. Не передать, какой запах. В качестве гарнира, хотя я не знаю, зачем здесь гарнир, но в любом случае можете приготовить нашу картошку по-деревенски. Будет сытнее. Хотя я понимаю, что вы слопаете все это и так за один вечер. Скажем спасибо Джулии. В любом случае, не забывайте поставить нам лайк и присоединиться к нашей скромной команде. Отпускайте меня. Увидимся.